Всем привет! Меня зовут Алла, и сегодня я вам покажу, как сделать лист для большого пиона из иранского фоамирана. Вот такой фоамиран у меня. Он имеет толщину 1 мм. Цвет такой вот травяной. Для того, чтобы избавиться от запаха, который имеет фоамиран, его необходимо на некоторое время просто достать из упаковки. И запах выветрится. Вот такая структура у него. 1 мм толщина. Беру проволоку. 1,6 толщиной, а в длину она у меня 40 сантиметров. Так, приблизительно примеряю. Мне вот кончик проволоки необходим будет вставлять в стебель, поэтому я его оставляю в дугу для пиона. Беру, значит, вырезаю лист в форме листа пиона. Как я уже показывала, из гофрированной бумаги, ну, в принципе, такой же делаю. Беру вот клей космофен. Так, сейчас подровняю, чтобы лист был ровный, красивый. И на космофен буду приклеивать проволоку. Делаю зазубринки. Так, фоамираном я делаю листья, и также фоамираном я декорирую стебель. Для того, что, ну, так как гофрированная бумага, она очень быстро изнашивается. А это очень удобно, фоамиран прослужит долго. Нашу космофен его можно наносить частями. То есть нанесли немножко, прижали, держите, потом еще и так далее. Так, но я наношу по всей длине, где у меня будет проволока приклеиваться. Так, и прижимаю руками. Космофен действует так же, как суперклей, как клей-момент. То есть его нужно сильно прижать. Все зависит от силы сжатия. Чем сильнее сожмет, тем быстрее он приклеится. Вот видите, у меня, значит, сверху здесь, видите, приклеился. А здесь еще нужно будет нанести. Аккуратно старайтесь наносить, так как когда начнете сжимать, клей начинает растекаться и попадает на сам лист, на видимую часть листа. То есть это не очень красиво. Прижимаю и держу. Так, смотрю, что у меня получилось. Вот видите, немного здесь отклей расплылся, его подтираю. Вы стараетесь, чтобы этого не было, чтобы был аккуратный, красивый лист. Вот так его выгибаю, видите, проволоки не видно. Теперь необходимо придать ему некую такой более натуральный вид. И вот затонировать. Тонирую я масляной пастелью. Так наношу, потом растираю губкой, кусочком губки. И буду придавать форму при помощи плиты. Нагревать, придавать форму руками. Но если у вас есть молот, конечно, лучше всего это делать на молоте. У меня молда нет, я вот так вот руками, видите, вот я растягиваю, нагреваю, растягиваю и отвожу в сторону, жду, когда остынет. То есть приобретает
ту форму, которую я ему пальцами придаю. Растягивайте аккуратно, так как иранский фоамиран тоже рвется. Если сильно потянуть, он рвется. Еще напоминаю, что чашелистики тоже нужно делать. Если вы делаете лист, стебель с фоамирана, чашелистики тоже делайте с фоамирана. Ну и вот сам листик. А если вам было полезно это видео, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. Пока-пока!